Ряд автозаправочных станций установили более низкие цены на топливо. Литр дизтоплива и бензина стоит в среднем на 60 и 70 банов меньше, а сжиженный газ подешевел примерно на 20 банов. Так, литр бензина с октановым числом 95 стоит 16 леев 72 бана по сравнению с 17,42, как было днем ранее. Литр дизтоплива стоит 14 леев 72 бана вместо 15 леев 32 банов. Сжиженный газ продается по 9 леев 97 банов. В целом же с начала 2020 года цены на топливо в Молдове упали почти на 15%. С 2016 года Национальное агентство по регулированию в энергетике раз в две недели устанавливало максимальные цены на бензин и дизтопливо. Однако в марте 2019 агентство утвердило новую методологию. Согласно ей, нефтяники самостоятельно устанавливали розничные цены на основные нефтепродукты и сжиженный газ, не превышая годовой нормы прибыли в 10%. В результате повышения цен на топливо в январе власти объявили, что вернутся к старому методу, когда НАРЭ устанавливала предельные цены. После этого объявления последовало несколько удешевлений.